взять за правило каждое утро, даже когда работаешь, летом перед работой, пусть это будет 6 утра, заплыв делать. Вот я пошел. Вот, смотрите, какая здесь красота-то. Вот она. Вот она и водичка. Озеро Симка, ура! Ну, вода не очень холодная, замечательная. Смотри, какая чистая вода. И в таком раю я сейчас живу. Это ж какое-то счастье, господи. Ой, ой, какая ребята. Это просто счастье. Сделать заплыв утром. О, видите, вон утки там. Уточки плавают. Никого нет. Ребята, в минуте езды на машине от моего дома вот такое счастье. Вот оно. Вот оно счастье. Это и есть счастье. Ради этого стоит жить, работать. Работать тяжело. Я готов тяжело работать. Потому что вот оно счастье. Today is a beautiful day, today is morning. Окей. Okay. Ну вот еще раз вот посмотрим. Здесь мыс. Небольшой мыс, здесь можно жарить шашлыки. Вот такая вот. Вот такая здесь.